Мажилисы парламента ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций относительно административных и финансовых процедур для субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии. Кроме того, депутаты рассмотрели еще 17 вопросов и приступили к работе над такими законопроектами, как естественные монополии, поправки по вопросам соцобеспечения. Отмечу, что сегодня состоялось первое в этом году пленарное заседание Мажилиса. Председатель палаты Нурлан Нигматуллин отметил, что законотворческая деятельность будет напрямую связана с реализацией стратегического курса президента, озвученного в послании народу Казахстана. В послании главы государства даны конкретные поручения по совершенствованию законодательства в сфере венчурного финансирования и регулирования естественных монополий, экологического кодекса, кодекса о здоровье. Мы должны будем принять новые законы о банкротстве физических лиц, об электронной бирже труда, по дальнейшему улучшению бизнес-климата. Таким образом, нам до конца нынешней сессии предстоит принять много важных законов, необходимых для практической реализации всех положений нынешнего послания главы государства.